Хочешь уебаться, люби и это, саночки, как говорится, крутить. Пока поднимешь, опустишь, уже поебался, считай. В целом, типа, спрашиваешь, тебе сколько, это такая, 17, но через час будет 18, и вот у тебя есть время позаниматься всеми делами. Короче, управлять, как в компьютерной игре. То есть сначала ты тут повернул, потом там машина повернула в экране. И здесь такая же история. Вот у меня уже руль по... Волга-лак, да, в натуре. Вот пришел это, хозяин. Где Волга, там мужик раз... формовки сразу же называется. Он просто респаунится и да ёб твою мать. Все, пиздец. А где гараж? Вот он муснули нахуй. И что делать? Вот иди сюда, братан. Вот сюда вот встань. Камеру достань. И вот слушай. Там эхо ебать. Эгегей! Есть кто? Эу! Это же, блядь, просто концертный зал на колес. Ты слышал, да? Отдельное обращение к девчонкам. Вот если вы идете маленький, радостно, видите парня молодого на Волге, обязательно подойдите, постучите в окошко и скажите: слушай, чувак, какая у тебя охуенная тачка. И уходите вдаль. Ему будет приятно. Может, и вам тоже будет весело от этого. Ну, прикольно же было бы, да? Сидишь такой, блядь. Подходит, говорит: блядь, фига у тебя тачка классная какая. А ты в ответ: давай довезу. А она говорит: да я угораю. Это пранк. Знаешь, вот это вот все вот эти моменты. Ну чё, давай. Блядь, помню. Слушай, это такая тачка. Так, у нас 402 мотор, карбюратор, да. 90 сил, 4-ступенчатая коробка, да. Передач. 2,3 объем. Все, я уже заебался. Вы че, пацаны, прикалываетесь? Нет, это царь машина. Ты знаешь, тут руля люфт, как будто ты, блядь, пиратским кораблем управляешь. Просто смотри. Давай, конечно, вот отдадим должное, что объективно. За эти деньги мягче ты можешь купить только матрас, нахуй. Вообще, эта машина, я-то в ней, меня, говоришь, даже батя ругал, что мы устраивали в ней посиделки. Потому что, типа, тусоваться-то было негде, а в тачке хоть чуть-чуть теплее, чем в подъезде без окна. И все, и мы чик соберемся, тут устроим какую-нибудь пьянку из 2,5-четых, знаешь, этих баллонов. И еще вот так сверху сминаешь, и держать удобно. Жигулевская. Короче, было несколько вариантов Жигулевского. Одно какое-то было с хорошей этикеткой. Помнишь, надо было вот его брать всегда. И все, батя говорит: ты что, машину купил ездить, блядь, или для пьянок, вот для этих посиделок, посидушек? А че? Ну, ужасный человек я был, конечно. Мне очень нравится, как стрелка спидометра. Кстати, какая колбасит, как паркинсон у нее, как будто бы. Ну да, ее поебывают, смотри. А знаешь же, типа, что, короче, не так давно хотели ввести закон, который уменьшает количество километров, которые попадают под штраф. Ну, типа, если написано 40, можно ехать 59. А хотели, типа, сделать, чтобы, типа, если написано 40, то можно 49 максимум только ехать. И кто-то умный говорит, что у нас в стране еще не все автомобили с такими спидометрами, которые могут точно отслеживать, блядь, 49 или 59, потому что, ну, куда? Подсветка. Без паники. Без паники, парни. Здесь Волга не про спешку. Здесь даже секс удлиняется на пару минут. Потому что тебе две минуты уговаривать еще надо, блядь. Да ну, нет, ты что здесь, блядь? Третья вот так включается, вот так. Понимаешь? Пригодится потом, да? Конечно. Навык этот. Слушай, это... Навык этот точно пригодится, да. Фу. Че, все, погнали? Ебало довольное? Если про этот автомобиль не гуглить, знаешь, не смотреть какие-то записи, не открывать книжки, то про него совершенно ничего не известно. Но даже если вы какие-то попытки предпринимаете что-то найти, информации где-то 10% от всего, что есть. Есть информация, что это первое поколение Кресты. Есть информация, что ее сделали на базе... Подожди. Ее сделали на базе Toyota Crestida. Первое поколение Кресты. 82-й год. Мотор 2 литра, да? Но при этом их было 5. 5 было при этом. 3, 1,8 и 2 двухлитровых. Еще им один простой, один атмосферка, один турбированный еще был, да? Да. Это 135 кобыл у нас здесь.
Это вся инфа. Сегодня ты вообще не можешь, да, участвовать никак? Потому что Википедия ограничена реально двумя строчками. Ну, нам довелось. Ух ты, блядь, Зинкевич опять, да, вселился? Ужас какой-то, кошмар. Она по ПТС 82-го, а по СТС 84-го. А по ТВК? Где же? Там юмористический маршрут пошел на тебя. С 68-го года Toyota производит Mark II. Да ты че? На базе Короны. Спустя 12 лет, в конце 70-х годов, они на базе Mark II в том числе... А мне с тобой обязательно в историю углубляться или она нахуй не нужна? А что, интересно, говорили мотиваторы на АвтоВАЗе, знаешь, когда он... Так, парни, собрались! Он, да я уже не хочу эту хуйню собирать, уже 40 лет одно и то же, блядь! Сколько можно? Делай Ниву, блядь! Ай, сука! Это же кошмар! Да не захотели и сделали! Не то, что там, знаешь... Раз в неделю на ней выезжать. Она вывозная машина, на ней можно целую неделю прокататься. И 2, и 3, и месяц, 4, и 5. Типа вообще с ней ничего не будет. А 40 лет, блядь, прожила. Ты на батину своего глянь. Прикольная безарочная дверь такая, да? Ну это вот, только открываешь дверь, уже есть повод повосхищаться. Потому что она открывается и закрывается офигенно. Это да, для 40-летней машины. Не забываем. И каждый раз помним, что тачке 40 лет. Слушай, это выглядит очень интересно. Дальше смотрим внутрь автомобиля и видим просто недъебенно пиздатый руль. Соглашаешься со мной? Соглашаешься с тобой? Рубрика «Бывалый перекуп», погнали, да, типа? Ой, в далеком 86-м мы еще поездами две таких ставили прямо с Японии. Тогда еще не таможили здесь, в городе сразу. Поэтому как бы... Так, это что у нас? Один... Ж, Е. Какой мотор, Кирилл? Один ГЕУ. Один ГЕУ. Выглядит все достаточно целым. Ребят. Че, вот генератор. Помогите Денису и Артему вот разобраться. В моторах японских. А это шестигоршковый или нет? Да, шести. Давай по-другому. Это шестигоршковый. Слушай, акум моллюска такой, да? На проволоке тоже, чтобы если что подвинулся, закоротило все нахуй. Нормально. Ты с ним что-нибудь делал? Нет, вообще ничего. Вообще ничего? Вообще ничего. С мотором вообще ничего не делал. Только ну ты за год проехал на нем, наверное, тысячонку, да, не больше? Я за две недели проехал тысячу. За две недели тысячу, да, проехал? Да. Ну ты вот и катаешься, да, активно две недели. До этого ждал, пока будут права. Да. Пацаны, давай честно скажем, у кого такого не было. У меня такое было. У Кирилла такое было. У тебя такое было, Андрей? У тебя такое было. Я тебе говорю, это каждый парк. Все. Начинаю копить на тачку, как раз к правам будет. Хуяк накопила, прав все нет и нет. И ты ходишь вокруг нее, тусуешься. У нас когда-нибудь мы будем делать видео про 29-ю Волгу, и там я все свои ностальгические чувства и ощущения расскажу обязательно.